Добрый вечер всем. Я снова я. Платочек мне подшили из итальянского шелка. Шифона, вернее. Значит, конечно же, подшили профессионально. Вот. Такая ровная строчка. Я бы так, конечно, не смогла подшить. Прям вообще. Вот. Так, ну и какой он получился все-таки? Достаточно большой. Так. Вот так. Ну, конечно, не с этой кофтой. Он довольно-таки интересный. Дева Мария. Вот. Значит, с подшивкой, со скидкой на эту ткань он мне обошелся в 1000 рублей.